на нашей системе розыска. Кому он нужен? Это бандит Мадуев. О судьбе этого упыря даже сняли художественный фильм «Тюремный роман». Ну, просто улетит, я не опасен. Для упакованных, конечно. Привычка в воздухе переобувать. Еще в эпоху застоя он был осужден за бандитизм, но бежал из зоны благодаря влюбленной в него следователю Воронцовой.